Я продолжаю игру. Так, все, ползем. Музыка играет такая там та дам дам расслабляющая. Ну то что надо, так и куда нам? Давай вот сюда прыгнем на вот эти шкафчики. Оп. Все, красава. Ну не на шкафчики мы, конечно, прыгнули, но какая разница. О. Здравствуй. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты запрыгнешь, нет? Во. Почему он сразу не мог запрыгнуть, я не пойму. А, он здесь был. Че, он ходит где-то? Ю-ю. Так, батарейки есть, нет? Батареечки мои, любимые. Тебе нужно найти верники. Один их. Кто это такой? Так он же умер, нет, этот ваши верники. Так, документы. Руки не мешало бы мыть почаще. Некротические фасы, серьезно, нафиг я ухожу. Ага. Ай-ё! Воу, чувак бежит! Главное, не трогай меня. Понимаешь? Так, о. А, о, выступ, чтобы нам пробраться, куда надо. О. Что? Что там вам кто-то ломится? Чего? А, сюда? Опять этот голенький. Так, здесь что у нас? Ну, нам назад, да? Так, мы не туда. Так. Стоп, или куда? Нет, я не туда пошел. Куда идти-то там? Так, это закрыто, закрыто. А куда идти-то? А куда туда? Стоп. Вы пришли-то откуда? Отсюда, правильно? Нет. Неправильно что ли? Ха-ха. Вот сюда? Наконец-то, так. Батарейка, батарейка. Нет, нету нифига. Ладно, мы уйдем тогда, закроемся. И теперь что? Снова стрелка направляет нас. О, а чё закрылся-то? Мне нравится, что я сюда пришел. Так, вот дверь. О! О, чувак стоит, задумался о жизни. Ничего, ну не расстраивайся, ладно. Окей. О, опять этот с зубами. Вампир, я его называю вампир. Потому что реально похож. Здесь закрыто. Ну ты... Ты молодец, что меня не трогаешь. Ты живешь, и это уже хорошо, понимаешь? О, молится телевизору, смотрите. Спаси меня, Господи, кажется, видел Валерида. Верники умер. Это он и летает. Его почему назвали Валеридер? Не знаю для чего. Видимо, это что-то значит. Так. Чтобы... А, ключ. Снова ключ надо. Итак, мы продолжаем ваш любимый атлас. Так, где-то дверь закрыта. Знаете, в чем проблема, ребята? Я просто злой. Я такой злой. Я записал уже концовку, прошел игру. Знаете, что я забыл включить? Микрофон. Я даже... Я не знаю, что со мной такое. Ну, а, у нас уже есть. Короче, я нашел ключ. Короче, там священник сгорел, я не хочу заново это снимать все. Как, типа, Бог во имя святого жития там, да. Я сгорел во имя святого всего. Ой. Короче, лифт, как всегда, захотел спуститься еще ниже, неожиданно, да. Поэтому спускаемся в самый низ.
Так, а вот сейчас будет жесть, ребята, просто жесть. Сейчас надо этого убили, убить, я даже сейчас вам могу все рассказать уже. Так, и что? Гордыня мудрости. Ага, ну, если хотите, читайте, если нет, то я это все уже прочитал. Если хотите, то не читайте. Вот, под горой. Нашел мой труп. А, короче, вот труп, ага. Так, ладно, вот сюда идем. Так вот. Верники, как оказывается, жив, да? А Билли, он как-то вот туда окунул этот шар, положил, да, прикрепил. А теперь это он тот самый дух, который всех убивает, там, на части разрывает. Так что нам сейчас надо его уничтожить, там нам скажет этот доктор. Все уже пересказываю, потому что прошел, наконец. Покончили с этой игрой. Так. Основные документы тут. Так, документы я вам открою, чтобы если выходить, то прочитаете, вот. Отчет о вскрытии тела тут. Тут вот этот. Где? А, вот пациент, да. 1287Б. Вот и он, да, его уже расхерачило нахрен. Сейчас мы встретимся даже и с толстым, и с привидением этим. Так, где тут батарейка возьмем? Где? Вот-вот лежит все. Наконец-то уже пройду сейчас. Я же не знаю, когда это видео выйдет, да? Потому что сейчас я выложу только четвертую часть, а вот вас за нами гонится черт. Гребаный черт этот. А пятая еще рендерится, да? Так что не скоро еще. Так, давай, давай, беги быстрее, быстрее. Вот такой медленный. Да быстрее! А! И толстый тут. Короче, Ермак из Mortal Kombat пиздит толстяка. Я вот так еще могу назвать, видите, Ермак, ух, блять. Mortal Kombat, fight, Mortal Kombat. Видите, да? И разрывает нахрен. Бум. Тут без матов никак, потому что такое творится. Да, все. Теперь на другом аду или где там в раю, потому что он на самом деле добрый человек, как я считаю, этот. Толстячок, ему просто не хватало внимания все время, поэтому он такой злой на всех. Так, куда нам? Туда, да? Я уже забыл снова. Ну сюда. Вот дверь-то. Вот видите, доктор. Верники это. Знаю. Я должен быть мертв. Но какое везение. Я старее, чем грех, но еще жив. Все дело в Билли. Это вот этот демон. Он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня. Все, давай, быстрее, пожалуйста, чувак. Открой дверь. Что значит этот символ? Да знаю, на кое-что похоже даже, но не буду это произносить. Давай. Да, нанотехнологии, что-то. Специалисты мерков нашли, как обойти проблему. Смогли превратить клетки человеческого тела в нанофабрики. Производить молекулы – естественная функция клеток. Но с помощью психосоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы. Разум одержал победу над плотью. Впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем держать это под контролем. Все базарит тут, рассуждает. Останови его. Убей Билли. Да. Уничтожь за бесплатно-то, а? Его анестезию. Исправим. Ага, анестезию, блин. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. Ты во мне хотя бы денег дал за бесплатно все должен сделать. Что такое-то, я не понял. Ну там все сейчас рассказывать, там что-то про фашистов, они что там не верили ни во что. В итоге все подохли. Короче, а по-быстрому пройдем. Потому что у меня уже даже не хочется в это играть, я прошел и все. А надо снова снимать. А она чекает. Так, все, закрывай дверь, быстрее. По-быстрому сейчас, речи. Так,
Громкость потише сделаю, ладно, чувачки. Так. Ребятуля, так нас дезинфицируют от всяких болезней, заражения там, да. Чтоб все было с нами хорошо. Так. Давай сюда. Сейчас спидран сделаю, короче, концовка. Оп-оп. Давай. Открывай. Все. Так опять он там что-то пишет. Для вас, только для вас я буду открывать. Вот, ага. Найти его, убить, покончить с этим. Так, чувак, сейчас увидится. Такое представление, а? Представление века, что ты обалдеешь, понимаешь? Сейчас я покажу, как надо. Не знаю, когда вы это будете смотреть, но я вам скажу так, Путин до сих пор президент. Я думаю, это будет вечно. Так, жизнеобеспечение. Легкие били, да-да-да. Он должен умереть. Ну давай сделаем. Но это будет нелегко, сразу скажу. Сразу я скажу, вот так. Так. Даже Путин, если умрет, все равно киборг будет Путин. 100 лет будет править нашей страной. Никто не заменит. Пусть великий Путин. Так, давай, крути эту хрень побыстрее. Так, давай. Через надо провода там оторвать и все. Давай же это сделаем-то. Ой, снова набежит. Но я это уже все прошу, мне не страшно. А тогда я орал, конечно. Так, закрой дверь. Все, молодца. Эта чернота меня все преследует. Ниндзя, ёб, самурай черный. Так, давай. Куда нам? Сюда, да? Куда там бежать-то? А, вон туда, все. Давай. Он все за мной гонится. Ну быстрее открывай, что так медленно-то все. Сейчас оторвем провода. И вы увидите сами там вообще такое. Ой-ой-ой. Давай, чувачок, нужен. Репортеры, блядь. Давай. Побыстрей. Оп, все, зашли. А и в принципе, мне без разницы, что священник умер, я там сказал. Даже нашему репортеру на это посрать, он такой, все, мы выберемся отсюда, типа. Я буду там, типа, Иисусом, да, вместо него. Кто смог выжить в таком месте. А я такой, ну типа, давай быстрее сгорай, да и все. О, черти летают в этом месте. Все меня бросает. А вот, все, это надо вырубить. Где? Куда? Так, нам сюда. Давай, быстрее открывай, дурак! Почему он такой медлительный-то, я не пойму. Давай, ну пробирайся быстрее, чувачок. Пацан, пацаненок, давай. Дяденька, давай нажми, где эта херня-то, куда нажимать-то там? Видите, реально как демон. Там же обычно изображают, типа, такой широкий, знаете, море такая выпуклая, еще бы рога были, вот вообще четко было бы. Фух. Не знаю, как он выжил после такого, но он сейчас будет хромать, конечно. Я не представляю, как он выжил. Это невероятно, на самом деле. Но наш репортер... Оказывается, очень крепкий, да. Да и по нему видно, он такой здоровый. Выжить после таких мучений и в итоге умереть все равно. Я спрашиваю, зачем тогда было стараться-то выжить? Прятаться вот это все, да? Нас просто пристрелят. Но он такой выдержал, это не описать словами.
такое вытерпеть, это единицы смогут. Некоторые бы сказали, да ладно, помру тут, да и все. А он смог выбраться как-то. Но не все так хорошо, как кажется. Вроде бы, о, хэппи-энд, да, все отлично. Но нет. Разработчики решили сделать по-другому. Чтобы мы не радовались от того, что мы здесь выжили и вышли. А просто умрем от пуль спецназов. Бум! И все. Теперь ты здесь хозяин. Хозяин. Наконец-то. Я сделал это, я прошел эту игру. Впереди много хорроров. Так что если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот видите, тут Эдди Глюскин уже написано даже. А он нас ждет в дополнение Whistleblower. Спасибо за просмотр. Хороших вам дней. Лето, да. Все, ладно, все, прощаемся. Это титры, это конец. И я с вами прощаюсь. До свидания.